Открой свои уста и начинайте снимать всякие одежды беззакония. Все, что препятствует вашей молитве, всякая одежда неправедности, всякая одежда греха, все, что препятствует вашей молитве, всякая одежда бесславия, все, что препятствует вашей молитве, начинайте снимать эти одежды во имя Иисуса Христа. Снимайте эти одежды во имя Иисуса Христа. Снимайте эти одежды во имя Иисуса Христа. Снимайте эти одежды во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Что мы имеем в виду под одеждами беззакония? Те вещи, которые не по Божьей воле в вашей жизни, которые не обетование Бога. Все, что не по обетованию Бога в твоей жизни, если ли это в вашем здоровье или в ваших финансах, открой свои уста и начинай снимать эти одежды. Снимай эти одежды. Снимай эти одежды. Снимай эти одежды. Ce que nous appelons vêtements de l'iniquité, ce sont toutes ces choses qui sont contraires à la volonté de Dieu de votre vie, dans votre carrière, dans votre famille. Maintenant, enlevez ce vêtement dans le nom de Jésus-Christ. Во имя Иисуса Христа. Вы знаете свои слабости. Те слабости, которые стоят между тобою и твоим обетованием. И это есть та одежда беззакония. И это демонический дух. Открой свои уста и начинай сражаться против их. See this woman as she vomits out the root cause of her sickness as the prayer is going on. This is deliverance in the power of the Holy Spirit. Watch your screen right now. Во имя Иисуса Христа. Эта одежда может быть боль, болезнь или демон. Простри свою правую руку. Скажи, ты демон. Он может прийти в виде болезни, разочарования или разрушения. Он может прийти в любой форме. Во имя Иисуса Христа. Слушай. Я послан, чтобы освободить вас. Все, что вы скажете здесь, то будет сказано на небе. Вы знаете это. Открой свои уста. И скажи. Ты демон. Ты дьявол. Слово, которое ты говоришь, оно не твое. Скажи, ты демон. Он не будет слушать тебя, если ты говоришь от себя. Открой свои уста и пой. Сейчас оставайтесь в молчании и молитесь в духе. Thank you.
зрители вокруг земли, куда мы можем пойти от Его присутствия? Прострите свою правую руку и верьте, что дистанция не барьер. Открой свои уста, открой свои уста, открой свои уста и молись в духе. Отец, я посвящаю Твоих людей в Твои руки. Господь Иисус, начни разрушать всю работу дьявола в их душе. Разрушь все, разрушь все, разрушь все, разрушь все, разрушь все, разрушь все. Открой свои уста и скажи: разрушаю работу дьявола. Если это в моем здоровье, скажи: я разрушаю. Если это в вашем бизнесе, скажи: я разрушаю работу дьявола. Открой свои уста и разрушай работу дьявола. Где вы бы ни находились, начинайте разрушать работу сатаны в вашем бизнесе, в вашем доме, в вашем здоровье. Разрушай это. Всякий перст сатаны в вашей жизни да будет разрушен во имя Иисуса Христа. Скажи: во имя Иисуса Христа. Если ли это в вашей крови, в вашем здоровье, в вашей крови, в вашей коже или в ваших костях, скажи: да будет разрушено. Я повелеваю тебя вон. Скажи: вон, вон. Во имя Иисуса Христа. Мы не просто говорим слова, мы молимся молитвой. Скажи твоему, кто рядом: я не просто говорю слова, я молюсь молитвой. Открой свои уста и скажи: всякий перст сатаны в моей системе, в моем бизнесе, в моем бизнесе, перст сатаны в моей жизни, перст сатаны в вашем бизнесе, перст сатаны в вашей карьере, перст сатаны в вашем бизнесе, перст сатаны в вашем служении. Сейчас открой свои уста и молись. Во имя Иисуса Христа. Я хочу молиться вместе с вами. Молитва раскрывает след дьявола в нашей жизни, где он касается нашей системы, нашего здоровья, в нашем бизнесе, вашей семьи. Ты рожден побеждать. Скажи: я рожден побеждать и не проигрывать. Я простираю свою правую руку. И где бы ты ни был, и те, которые являются под влиянием этого эфира, я простираю свою правую руку, чтобы разрушить всякий перст сатаны. Скажи: будь разрушен. Будь разрушен. Будь разрушен. Будь разрушен. Будь разрушен.
во имя Иисуса Христа. Сейчас открой свои уста и начинай произносить всякое доброе слово. Вы помазанные. Провозглашайте. Провозглашайте, провозглашайте. Во имя Иисуса Христа. Сейчас начинайте овладевать над своей собственностью. Я являюсь тем, кто Бог говорит, я есть. Я могу делать то, что Бог говорит, я могу. Я имею то, что Бог говорит, я имею. Овладевай над своей собственностью. Овладевай над своей собственностью. Во имя Иисуса Христа. Сейчас положите руку на вашу голову и провозглашайте. С сегодняшнего дня я отвергаю провал. Я отвергаю провал. Я отвергаю стыд. Я отвергаю разочарование. Продолжай отвергать. Это не для тебя. Ты рожден для владычества. Скажи, я рожден для владычества. Я отвергаю неудачу. Во имя Иисуса Христа. Сейчас положите руку на вашу голову и скажи, я отвергаю позор. Я отвергаю провал. Я отвергаю неудачу. Я рожден владычествовать. Я рожден руководствовать. Сейчас начни отвергать это в своей жизни, в вашем бизнесе, в вашей жизни, в вашей карьере и в вашей семье. Во имя Иисуса Христа. Сейчас исповедуйте обетование Божие в вашей жизни. Скажи, я являюсь тем, кто Бог говорит, я есть. И с сегодняшнего дня я оправдан. Я больше не осужден. Я имею то, что Бог говорит, я имею. И с сегодняшнего дня я больше не осужден. Я могу делать то, что Бог говорит, я могу. И с сегодняшнего дня я больше не осужден. Я оправдан. Открой свои уста и начни исповедовать это. No soy más, estoy condenado, estoy justificado. Y diga, yo tengo lo que Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Oren. Во имя Иисуса Христа.